Так, всем привет. Нужен консилиум совет, что с форелью не то пальто. Карьер, выработка каких-то полудрагоценных камней, насколько я помню. Скорее всего, много органики на дне, потому что периодически идут пузырики. В большом количестве достаточно. Извиняюсь. Постоянно идут пузырики. Вот, везде. Видите? Буль. То есть, возможно, скорее всего, много органики. Дночерпателем черпал, там много ее достаточно. Так, температура 5,7, кислород тоже что-то в этом районе. То есть, насыщение от 40 до 50%. То есть, это неестественно для карьеры. Для карьеры, в принципе. Ну, для карьеров с нормальным дном, так скажем. Вот такая вот песня. То есть форель, есть триплоиды, есть самки, есть то, что сами закладывали предыдущие рыбоводы. То есть вот такая картина на мелочи. Корм, лимкорм, 42-20, без астаксантина. Ругательное слово какое-то. То есть вот такой вот показатель. Как бы большого отхода нет, но вот эти бокоплавы, честно говоря, они меня прям пугают. Кормление по рекомендациям производителя, сейчас не помню, сколько идет, как бы и поедаемость хорошая, кормовой в пределах нормы для такой температуры, в принципе, темп роста, все нормально, но вот эти бокоплавы, они меня просто, я не знаю, они меня просто убивают. С чем связано? Это, получается, сигалетка, навеска вот тут, грамм 400, наверное. Ну, это 377 я не обновлял, это за 400 грамм. То есть такие навески сейчас они 500 граммов. Дело в том, что вот товарки хоть бы что. Ага, вот товарки хоть бы что. Это самки, там 3 с лишним килограмма. Бывшие производители. Не знаю, зачем это делать, но делали. То есть им и поедаемость, и проблем никаких нету. Здесь все то же самое. Там все на товарке. То есть товарный блок вообще без всяких проблем. Корм вот он, родимый. Ну это восьмерка, а 50, 42, 20. 4,5 без него. Шестерка тоже. А, шестерка, а 50. Ну, картина тоже самая. В чем причина? Связано это может быть с пониженным кислородом, с плохой усваиваемостью. Но почему тогда у крупной рыбы, тем более она с икрой уже вот-вот скоро, сам видите, какая темная, аж черная. У нее хоть бы что, вообще без проблем. Вообще не могу ничего понять. Я небольшой форелевод, как бы, да и по таким нестандартным ситуациям опыта мало. Может, у кого-то что-то был, какой-то опыт, что-то подскажете, расскажете, ну, потому что это ненормально. Причем, что кормление останавливаешь, картина не изменяется. Практически вообще никак. Ну, обычно там непонятная ситуация, кормление остановил, все как-то более-менее успокоилось. Вот видите, вот раздуто такое ощущение. Непонятная картина вообще. С кормом связывать тоже маловероятно, потому что партии корма разные, завожу. Результат один и тот же. Ну, рассказывайте.